Приветствую всех подписчиков, рукодельниц и кто впервые зашел на мой канал. Мотив «Бабушкин квадрат» самый легкий в исполнении и поэтому любимый у вязальщиц. А сколько идей дарит комбинация цветов при создании этого мотива? Навязала я шарфов, пледов и даже сумку. А все время заглядываюсь на оригинальные кардиганы. В начале июня начала этот проект. Пряжу использую Нака Аляска. Ниточки торчащие решила заправить аккуратно после, а пока вечерами вяжу мотивы. Осталось чуть-чуть, и можно будет сшивать. Сомневаюсь, надо ли делать ВТО каждому мотиву перед сшиванием в изделие. Пряжа мягкая, эластичная, и края квадратов загнулись. Поделитесь, пожалуйста, своим опытом. Обязательно с меня отчет о текущем процессе и готовой работе. До новых встреч!